Дорогие мои друзья, всем большой-большой привет! Мне очень приятно, что вы ко мне заглянули. Очень рада вас видеть. Сегодня приготовим очень простое и быстрое блюдо. Можно и в виде завтрака, и на перекус, и с собой взять. Получается просто, сытно и вкусно. Нам понадобится фарш. Фарш можно взять любой. У меня смешанный, говядина и индейка. Фарш солим, перчим, добавляем любимые специи. Я добавлю немножко чесночка. И половинку мелко-мелко нарезанной красной луковицы. Добавлю немножко свежей зелени, у меня петрушка. Все хорошенько перемешаем. Каждый бутерброд будет состоять из двух ломтиков хлеба. Хлеб также можно взять любой, какой вам нравится. Я взяла вот такой для сэндвичей. Один ломтик намазываем фаршем. Фарш можно сделать и тоненько, и потолще. А второй ломтик смазываем томатным соусом. У меня кетчуп махеев с натуральными специями, очень вкусный, густой и ароматный. Две половинки соединяем. Ну и таким же образом поступаем с остальными бутербродами. В миску разбиваем два крупных яйца, ну или три средних. Добавляем совсем чуть-чуть, ну буквально 30 мл молока, щепотку соли и взбалтываем, чтобы объединить желток с белком. Каждый бутерброд окунаем в яйцо и выкладываем на смазанный маслом противень. Сверху выложу тоненько нарезанный помидор и присыпем натертым сыром. Ставим бутерброды в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно минут на 15-20. И когда бутерброды станут вот такими румяными и золотистыми, можно подавать к чаю. Ароматные, вкусные и сытные бутерброды. Замечательно для завтрака. Попробуйте приготовить. Я от всей души желаю вам приятного аппетита. Обнимаю всех крепко-крепко. Пока-пока, увидимся!